Так, взять. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Мышцы у бабки сводит. Ебать, мышцы сводит. Так, еще что ли нужно одного? Подожди, а с тем тоже нужно было что-то делать, что ли? Батя ж ФПС пропал. Бабка, верни ФПС. Ебать ты. Ах, говорит, нихуя. Что за, блядь, за актерские эти нас пошли. А, ты мне предлагаешь туда сходить, что ли? Ах, говорит, нормально. И вставь тракар в abdominal cavity. А я могу как-нибудь это убрать, нет? Я не вижу, что она мне показывает. Гениально. Нам пиздец, вставай нахуй. Да пошла ты сама нахуй, поняла? Я не понял, там ответ на мои вопросы, что ли? Ладно, пойдем. А, нет, погодите, нам нужно воспользоваться скальпелем. И все это у меня есть. Хорошо. О, перестань, перестань! Нет! Не может быть! Куда она мне показывает? Погодите, у меня вообще-то другие планы. Я тут работаю, между прочим. Скальпель. I can't use that here. Блин. Ну ладно. О! О! Как быстро все исчезло! Эти вот ваши интернеты. О! 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 Блять, ебаный насрать! Где скальпель? Может, ну его нахуй сжигать, блять? Шабулда, а? А это надо зафиксировать? Это надо отметить, ебать? Давайте отметим в журнале. Так, блядь, зафиксировано. Так. Ты чё, блядь? Туда? Там? О, там света нет. Я не хочу туда идти, старая. Эй, тут вообще куда-то... Теперь... Всё, пиздец. Я попал. По-моему, мы закончили свой осмотр, не так ли? Так, блядь, твою мать! Это не комар. Блядь, убери нахер руки. Руку опусти, сука. Я тебе руку опусти, твою мать. Руку. Я не буду осматривать твои подмышки, что? Там кто-то есть? Это там дед. Я ему говорил, чтобы он, блядь, спать шел, а он, сука, ходит. Дед! Дед! Я ты рот наоборот делать буду, если ты там лязешь, спать не ляжешь. Да, он отсюда. Ёб твою мать, это что такое? А мне вот это... Ебать, ты чего? Не-н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 е-
В инвентаре скальпель. Бля, у меня здесь трупы оживают. Типа, чё, ты кушать хочешь? О, господи, боже! Слышь? В смысле туда? Можно я работу доделаю? Она говорит, она показала мне все. Ух ты, блядь. Что не так? Так оно и было, да? Я пойду, ладно? Что за... А ты подсказываешь мне, да? Хорошо, я не буду задаваться. Что за нахрен? Лучше бы я сюда не ходил.
Сейчас записи, получается, сопоставить с этим дерьмищем в компьютер мой. Ой, подожди, а что ты делаешь? А кто это назовет туда? Ай, пошли проверить. Блять, а че у меня такой FPS упал? Господи, у меня FPS до 20 сейчас пошел. Подожди, баб, я сейчас, это самое, бабулька, я сейчас все сопоставлю сначала, а потом уже будем с тобой рассказывать. Прикиньте, она просыпается такая: кто сейчас президент? Мы такие, на дворе там 2078 год, мы Владимир Владимирович, она: сука! И опять умирает. Бабулька! Блядь, не убегай, подожди. Она что-то показывает мне, типа, туда иди. А мне надо записать до конца. Да зачем ты отворачиваешься? Подожди, не отворачивайся! Иди туда. А мы не до конца ведь осмотрели. А тебя не смущает, что коридор удлинился? Смущает, но я уже... Блин, я боюсь. Говорит, нихуя себе! Что за, блядь, за актерские эти нас пошли? Нам пиздец, вставай нахуй! Да пошла ты сама нахуй, поняла? Так, блядь, твою мать! Это не комар!